Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 13 сентября 2016 года. Мы с вами находимся на дачном участке. И сегодня у меня задача начать сушить. Надо было давно это сделать. Но все, ягоду надо было вперед рассадить. Вот и к чему это привело. Вот видим. Вот так яблоки трескаются, потому что не было дождей все лето, потом пошли, вот видим, вот так растрескиваются, вот, и потом начинают портиться. Но, слава богу, это еще не все в таком состоянии, далеко не все. И сегодня моя задача начать сушить. Вот эти яблоки, они у нас самые вкусные. Вот видим, на северной стороне, на северо-западной стороне больше потрескались. Здесь вот я и ни одного потрескавшегося не вижу. Но все равно от дождей, вот видим, вот такая вот гниль на них пошла. В общем, сегодня буду потихоньку обирать эти яблоки и начинать сушить. С применением вот этих дров, которые тут сосед мне понавозил. Ну и вот ветер был с северной стороны, вот с того участка, вот до того участка, до той зеленой будки я вчера и добежал против ветра, чтобы спастись от ос. Ну, вот видим на руке белое пятно, рука распухшая. Вот так вот они меня вчера здесь погоняли. Рука чешется. Намазал я мазью уже третий раз. Вернее, боевая подруга моя намазала. Ну и вот сегодня я привез сюда две банки. Вот такой вот. Одну я уже отнес вернее. И полную машину картона нужно разгрузить. Ну и полный багажник кафеля еще пересортится. И вот покажу вам путь, по которому я бежал. Вот мы уже 30 метров с вами прошли. Вот еще 20 метров прошли. Ну, как обычно, кофе сегодня еще привез. И вот видим, как картоном я закрыл посадки нарциссов. Еще остальные надо закрыть. И вот вчера я отсюда как пуля выскочил. Вот они, осы тут гудят. И вот сюда, около двери, в дырку, видите, они залазят и вылазят. И вот такой раздрай я вчера устроил. Вот они, видим, вот они из дырки вылазят, залазят около самой двери. Но вот с той стороны я вытаскивал вот тот кусок фанеры, и они меня начали гнать. 100 метровку я точно выдал. Ну, конечно, не за 10 секунд, но секунд за 15 точно. Ну, и теперь, конечно, я буду думать. Скорее всего, накипячу ведро воды, кипятка. Оденусь, как положено. И завтра с утра, пока они будут спать, все это гнездо попытаюсь облить кипятком. Ну, и вот видим мои успехи. Вот полностью устранил здесь траву повелицу побегоносную, замочил землянику, вот усы, в том числе на сутки корни. И сегодня, пока будет сохнуть яблоки, которые надо еще порезать, я буду рассаживать землянику, как вот уже здесь рассажено, на чистом месте. Вот уголок я вчера очистил и
Вот здесь я уже укрыл заросли крапивы и прочих сорняков картоном, насверлил отверстий. И здесь тоже буду в пилонке рассаживать землянику. Вот такие вот планы у меня на сегодня. Ну и вот видим, какие помидоры у нас здесь наросли из пасынков. Вот они какие помидоры. Заросли кабачков. Вот такие вот большие и маленькие. Уже краснеют. Ветки здесь ломаются. Я за ними особо не ухаживал. В общем, здесь тыкву мы уже собрали. Две штуки. Остались вот там зеленый сорт. Вот будут до морозов. Вот так я вам ввел курс дел моих сегодняшних. А дальше начнем заниматься сбором урожая яблок. Здоровья вам, благополучия, результаты покажу вечером. Всего доброго.